Музыкальный фонтан «Торнадо» уже создает атмосферу праздника. Его включили раньше срока, за несколько дней до 1 мая. Площадь перед зданием администрации Южного округа сразу превратилась в место массовых купаний. Всего в Оренбурге заработали около 100 фонтанов. «Торнадо» – один из самых крупных. На майские праздники он заиграет новыми мелодиями. Правда, сначала их должны согласовать с руководством города. Будут мелодии и патриотические, так как у нас 1 мая и 9 мая. И будут мелодии про город Оренбург. И, в общем, разнообразный пакет мелодий. Там, где фонтанов нет, праздничное настроение создают бригады рабочих. Гирлянды из флажков и перетяжки, словно поздравительные открытки, появляются на самых оживленных магистралях. Это уже последнее приготовление к 1 мая. В течение месяца в Оренбурге наводили чистоту. Привели все улицы практически в нормальное состояние. Газоны, цветы, тюльпаны распустились, приятно смотреть. Продолжаем украшение города. Мы заменили все флаговые композиции, значит, все флажки, которые на опорах, на новые перешили. Флажки цвета российского триколора сегодня главное украшение к празднику весны и труда. Чтобы оренбуржцы почувствовали настроение 1 мая во всем городе, таких гирлянд сотни. Больше всего, конечно же, в них утопает центр Оренбурга. Настроение станет еще праздничнее, когда флаги в руки возьмут участники шествия и, не изменяя традициям, пройдут по улицам Оренбурга. Впрочем, желающих идти на демонстрацию среди обычных прохожих немного. Первомай хоть и праздник весны и труда, но для каждого он имеет свое значение. На даче у нас одна проблема пенсионеров. На Советской будет митинг, вот мы обязательно туда придем. Буду с внуками нянчиться, у меня одна сейчас забота. Как бы то ни было, начало мая подарит оренбуржцам несколько выходных дней. И к этому, видимо, все уже готовы. Андрей Юлев, Вадим Нечаев. Наше время.